Доброе утро. На улице так морозно, солнышко светит, но все равно классно. Я, знаете, что думаю? Можете закидать меня тапками. Какой кайф. Вот, когда я жила в городе, в это время я сейчас сидела, вначале час добиралась до работы в автобусе, где мест не хватало, все толкались, еще укачивает вечно, еще и ноги мерзнут, ты едешь до работы час. Такой весь замерзший, не выспавшийся, зло. Все люди злые с утра. Пытаешься начать работать, планерки, все дела. А сейчас в какой-то момент я изменила свою жизнь, приняла решение уйти на удаленную работу и переехать в деревню. И сейчас, пока мои коллеги добираются до работы, я вышла с чаем во двор, покормила курочек, выпустила гусей и наслаждаюсь теплым осенним солнышком. Шлю моим коллегам большой привет. Вот. И это большая данность и большая благодарность Богу, что есть возможность благодаря работе на удаленке переехать в деревню, где тишина. Послушайте, у меня птички поют. Разное. И ничего больше. Вот собака бегает. И никакого больше шума. У меня даже трассы рядом нет. Но, слава богу, у меня есть интернет, который позволяет мне снимать мои ролики, работать. Вот. Я еще, видите, сонная, хотя время уже 8 часов. Это красота. Так что, друзья и не друзья, у кого есть возможность, ищите работу на удаленку, переезжайте в деревню. Будет натуральный завтрак свой личный. Вот яйца у меня сегодня были из своего подворья, лук свой. У меня даже петрушка до сих пор растет, я вам видео покажу. Я удивлена была, хотя на улице уже неделю как минус 7. Вот, свое мясо, свое молоко. Так что кофе у меня прям было со свежеподоенным молоком. Вот так вот немножко вам решила похвастаться с утра. А, мы все-таки нашли, где у нас находится насос. Не так далеко, он оказался вот здесь под землей. И вот, собственно, идет проводка, и вот так вот столб. Это все вот кишки вот так висят, это все так некрасиво. Машины, когда трактора приезжают, не могут проехать. Мы решили все переделать. Вчера у нас помощники наши здесь вот вскрыли. Положили туда трубу, в трубу кабель. В общем, короче, получается, все вот эти кишки уйдут, и все будет регулироваться из дома. В беседке поставили розетки дополнительные, потому что летом я хочу мыть посуду здесь, а не бегать домой. И, ну, нужен бойлер. Вот, все, ребята сделали выключатель. Вот еще розеточки добавили. Тыкву оставили на улице, и она, к сожалению, замерзла. Вот. Не знаю, теперь семечки из нее можно будет взять? Непонятно. Смотрите, как у нас уже все блестит. Зима уже. Сейчас наложу курочкам своим еды. Я им обычно ложу немножко зерна. И еще у меня есть такой комбикорм специально для несушек. Это вот так вот. Вот у меня 8 курочек. И там сюда петуха сидит. Так вот делаю. Так. Сарай у нас простой. Девчонки меня заметили. Так. Открываем. Здравствуйте. Здесь уже работа идет, да? Приятного аппетита. Еще есть одна особенность в жизни в деревне, которой я не могу нарадоваться, потому что в городе это вызывало очень много неудобств. Так как школа находилась не около дома, до нее приходилось все равно ехать на автобусе, где надо было встать, детей пораньше разбудить, а дети, если на улице мороз, в автобус не залезть с этими большими рюкзаками, это было тяжело. Здесь я их отправила за калитку, а там приезжает автобус каждый день по расписанию. И они садятся в теплый автобус в школе и едут до школы. Здесь я все-таки посадила озимые,
Две грядки лука, две грядки чеснока. Ну, посмотрим, что туда вырастет. Вот тую надо запаковать. Видите, какая она зелененькая. Конечно, она болеет. Она мне досталась у предыдущих хозяев. Немножко она болеет. Ну, посмотрим, выживет, выживет. Вот, у меня еще петрушка осталась. Я ее еще использую. Почему-то такой мороз она еще не замерзла.